Итак, друзья, собственно, вот и первая поломка Хайсана. Сломался у нас амортизатор, стойка пополам. И мы в таком состоянии приехали километров, наверное, 10 до дома. Собственно, не знаю. Собственно, первая поломка, так сказать, Хайсана за год. Вырвала стойку в лесу, прям в болоте. Первая серьезная поломка. Как-то так. Собственно, продолжение, что мы дальше будем делать. Заказывать такой амортизатор до, как бы, недешево и дорого. Недешево и долго, точнее. Ну, вот, в принципе, он работает. Отлично. Никуда он... Ничего не произошло. Здесь сломался. Вот. Поправил вот этот шток внутри, который ходит. Отбойник. Отбойник. Вот. И сейчас мы попробуем наварить. Вот так. И вот. И вот пройти сметчиком. И, в принципе, поставить его и посмотрим, должен, в принципе, работать. Итак, друзья. Какой-то там день. Мать его матери. И я уже второй раз, короче, завариваю. Дырочку там нашел. Потому что все не так просто. Можно было просто бы, конечно, приварить. Но в этом амортизаторе ходит вот этот шток. Вот. Ходит вот этот шток. Отбой, да, наверное? Кто знает, в YouTube напишите. Отбой. И тут стоит вот такая штучка. Вот такая игла. Шток туда уходит. И игла вот так вот. То есть сделать надо все идеально. Соответственно. Взял амечек. 14-й. 14-й, кстати, шток. 14-я резьба. Полтора шаг. Пришлось купить за 1300 вместе с ручкой. Ну вот, чтобы отремонтировать этот амортизатор, который стоит 27 тысяч почти. Вот так вот у меня сейчас выглядит мой квадроцикл. Ну вот, я пока тут все подразобрал, снял колеса. Вот, сейчас я зашлифую, нарежу резьбу. Вот, в принципе, шток работает. Что его менять? Я думаю, что отъезжу еще на нем достаточно долго. Как вы думаете? Ну, давайте приступимся к шлифовке. Итак, как стянуть пружину? Вот так. Обычной трещоткой. Все стянул. Сейчас можно спокойно вернуть на стоп-резьбу саму головку. Саму головку. Здесь у нее есть регулятор отбоя. Вот. Какой-то амортизатор. Ну, собственно, закончил. Поставил. Вроде все стоит ровненько. Пружина, правда, чуть-чуть косенько, но думаю, что работать она будет. Пока не получу по гарантии. Как-то так. На тест сегодня съездим, посмотрим.